Добрый день, друзья! Без какого блюда не обходится ни одно лето? Конечно, это окрошка. Освежающая, легкая, очень-очень вкусная. Мой сегодняшний вариант окрошки на айране. Для приготовления летнего супа нам понадобится редис, у меня белый, свежие огурцы, 2 вареных яйца, а также докторская колбаса. Колбасу нарезаем на кубики. Пересыпаем ее в кастрюлю. 2 свежих огурца тоже нарезаем кубиками. По поводу картофеля, его также можно добавить в окрошку. Сегодня мне захотелось более легкий вариант, поэтому делаю без нее. Но у меня на канале есть рецепт окрошки на кефире, и там я ее готовила с добавлением картофеля. Ссылку на этот рецепт я оставлю в описании под видео. Все ингредиенты на окрошку я нарезаю всегда на очень маленькие кубики. Огурцы пересыпаем к колбасе и приступаем к нарезке редиса. Редис у меня белый. Если у вас красный, берите 4-5 штучек. Вообще состав окрошки у всех почти одинаковый. Единственное, вместо колбасы можно положить мясо, курицу, говядину или индейку, как отварные, так и запеченные в духовке. Редис пересыпаем в кастрюлю к остальным ингредиентам. Нарезаем яйца. Яйца после варки обязательно заливайте холодной водой, чтобы они хорошо очищались. Теперь измельчаем зелень. У меня укроп и зеленый лук. Зелени должно быть много. Это залог вкусной и ароматной окрошки. А сейчас приготовим айран. 1 литр кефира жирностью 3,2% переливаем в емкость подходящего размера. К нему вливаем 400 мл минеральной воды. Добавляем соль по вкусу. Перемешиваем. Заливаем наши ингредиенты. По вкусу домашний айран получается точно такой же, как покупной. Наша окрошка готова. Ставим ее в холодильник на 20-30 минут настояться и охладиться. Я очень рекомендую сегодня же приготовить этот вкуснейший летний суп. Сметану я кладу порционно каждому в тарелку по 1 столовой ложке. А в качестве украшения кладу маленький кусочек вареного яйца. Расскажите, как вы готовите окрошку. Поделитесь своим вариантом приготовления в комментариях. Я уверена, что будет очень много интересных и вкусных идей от вас. Ставьте пальчики вверх, если понравилось видео. И до новых встреч! С любовью, ваш кулинарный канал «Это просто».